У Гомельской областной инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь подвели выники работы за 2018 год по выполнению доходной частки бюджету и поставленных задач. Удел у посяджении приняла наместник министра по податках и сборах Республики Беларусь Светлана Шаученко. 2 миллиарда 610 миллионов белорусских рублей поступило у консолидованный бюджет Гомельской области в 2018 году. План перевыконали амаль на 15 миллионов рублей. При этом у республиканский бюджет поступили 943 миллионы, у мясцовые больше, как 1,5 миллиарда. У минулом году добросумленно спрацавали индивидуальные предпринимальники. У регионе их наличивается свыше 27 тысяч. Разом с физичными особами яны пополнили бюджет на 115 миллионов белорусских рублей. Прогнозуется, что сёлета колькость поступления у одиного податку зменшится. С 1 студеня уступила в силу новая редакция податкового кодекса. Изменения накированы на содейничание либерализации предпринимательской деятельности и дальнейшее снижение податковой нагрузки. Кардинально изменились подходы по припынению операции по рахунках, как добросумленные плательщики не трапляли под штрафные санкции. Уже на отчетную дату по уплате платежей в бюджет 23-22 января 1999 субъектам предпринимательской деятельности не приостанавливались операции по счетам, потому что они до этого ранее не имели задолженности. Конечно, мы рассчитываем, что они исполнят свои налоговые обязательства до 1 числа.